Настольная игра «Доминион» подарит вам массу забот государственного характера. Ее участники становятся монархами с большими амбициями, но маленькими королевствами. Территорию нужно срочно расширять, ведь другие правители тоже мечтают о завоеваниях. Начинаете вы с пары деревушек и пригоршни меди. Чтобы нарастить богатство, не требуется грабить крестьян. Достаточно освоить здешние карты. Ведьмы, лаборатории, рынки — их свойства позволяют совершать разные действия. Выгода для себя или пакости для соседа? Как обычно, решать игрокам, но к победе вас приведут не канцлеры и залы советов, а что-то красивое и бесполезное. Например, сады. В каждой партии можно использовать разные комплекты карт. К тому же вы постоянно обновляете их запасы. Это делает игру динамичной и непредсказуемой, как и жизнь любого монарха. Спрашивайте в магазинах вашего города.